vasaros studija. Radio stotis FM 99. Šios savaitės tema. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šventinė diena ir nors lietutis už lango, aš tikiuosi iki vakaro, kai prasidės pagrindiniai tautiškos giesmės giedojimo šventės akcentai visame pasaulyje, Lietuvoje taip pat, be jokios abejonės, lietaus nebebus ir aš tikiuosi, kad šiandien mes dar kartą visiems galėsime parodyti, kokia vieninga tauta esame. Ko gero, to vieningumo reikia dabar ne tik mums, reikia vieningumo ir mūsų broliams Ukrainoje. Štai ir šiandien mūsų savaitės temoje, mūsų studijoje vieši žmonės iš Kremenčiuko. Dar nepraėjo dvi savaitės po tragedijos Kremenčiuke. Mūsų studijoje šiandien Kremenčiuko vystymo instituto direktoriaus pavaduotojas Andrei Melnik. Dobrai dien, Andrei. Dobrai dien. Ir Dmitrij Kavunik, tože iš Ukrainos, iš Kremenčiuka, taip pat iš Ukrainos. Ir štai svečiai iš Ukrainos šiandien. Su jais mes pabandysime pakalbėti dviem kalbom, lietuviškai ir rusiškai. Ir aš tikiuosi, kad mūsų klausytojai puikiai supras kontekstą. Андрей и Дмитрий, вы из Кременчука. Две недели не прошли после трагедии. Какая ситуация сейчас в вашем городе? Какие чувства, Андрей, может, начнем с вас? Чувства, конечно, печальные, и до сих пор трудно выйти из этого состояния, в котором мы все находимся, и мы прибыли сюда к вам в рамках проекта нашего института, который называется «Ценности Украины». И это выставка картин нашей известной художницы Оксаны Бойко, которая написала 15 картин, посвященных войне и миру, тем ценностям, ради которых мы сражаемся, ради которых живем. И в то же время... Na, ką jau, aš trumpai išversiu tai, ką pasakė Andrejus, kad jie atvažiavo net tuščiomis, jie vykdo projektą ir kartu į Dzūkijos sostinę atvežė Oksanos Bojko 15 darbų parodą, kurią bus galima pamatyti šiandien Dainų slėnyje. И эти картины, они помогают нам рассказать Европе, миру о том, что происходит сегодня в Украине на самом деле. Не дипломатическим языком, а иногда и дипломатическим. В Варшаве мы встречались с послами Европейского Союза, в посольстве Латвийской Республики, в Польше. В Вильнюсе мы были гостями дома офицеров Вильнюса. Ну и в Алитусе мы гости Алитуса и ведем встречи и с украинцами, и с литовцами в разных форматах. Дмитрий, он человек, который не только является бизнесменом, волонтером, но он профинансировал этот проект, и мы не берем ни одной копейки из бюджета города только потому, что сегодня каждая копейка на счету, потому что нужно спасать город, в том числе и последствия бомбардировки, о которой вы сказали, в том числе и после того, как разбили теплоэлектроцентраль. На что, Андрей, я попасакую, как Оксана Збойко 15 darbų paroda, это yra gebėjimas kalbėti apie karą būtent tapybos būdu. Ir jie tą parodą pristatė ir Varšuvoje, viešėjo ir Vilniuje, karininkų namuose. Na, o štai Dmitrijus, kuris šiandien taip pat su Andrejumi atvyko į mūsų studiją, jis finansuoja šią idėją, šį projektą. Jie neima nei vieno cento, nei vienos kapeikos iš miesto, iš Kremenčiuko biudžeto, nes pinigai yra labai reikalingi. Я хочу спросить, Дмитрий, все-таки я понимаю, что ситуация очень сложная и в Кременчуке, и, наверное, каждый из вас знает людей, которых уже нету после этой трагедии. И вот все-таки вы приехали в Литву, вы привезли Оксану Бойко, так можно сказать, ее выставку. Почему? Почему вы не там, а приехали сюда, чтобы показать? Смотрите, очень тяжело понять суть то, что происходит у нас в Украине, не находясь у нас в Украине. Оксана Бойко, она превзошла себя, я не знаю, может, это очень сложно объяснить именно, наверное, по радио. Лучше все-таки прийти на выставку и посмотреть эти картины. Я обязательно всем расскажу суть каждой картины. И
вы увидите ту боль, те страдания и ту уверенность воинов, которая отображена на картине. Тут переплели нашу историю, нашу давнюю историю, наше реальное сейчас состояние души, и это все вылили на холст. То есть, и это не как не то, что каждый видит свое. То есть тут реально понятно, когда человеку объясняешь, что написано на картине, он до последнего понимает, что это действительно так, а не чья-то выдумка, знаете, как бывает, каждый возле картины видит свое. Нет, здесь глубокий смысл, который одной ниткой перетекает во всех картинах. И эти картины, к сожалению, это была поездка запланирована заранее, и 27 числа был взрыв, а 28 утром мы должны были выезжать. И 27 я уже загруженный этими картинами ехал в торговый центр за пауэрбанком на мой телефон, за новым пауэрбанком в поездку. И я не успел доехать. Когда произошел взрыв, да. И буквально через некоторое время я все-таки был, когда тревога закончилась, я был возле этого торгового центра, видел все своими глазами, этот ужас. И если бы я приехал чуть-чуть раньше, к сожалению, не было бы ни меня, ни выставки. Štai, Dmitrijus pasakoja apie tą istoriją. Jis turėjo kaip tik nuvykti į tą prekybos centrą Kremenčiuke, nusipirkti powerbanko ir nesuspėjo. Jis nuvyko po to, kai įvyko ši tragedija, kai įvyko šis sprogimas. Na, o kalbant apie Oksanos darbus, čia galima pasakyti, jog apie kiekvieną darbą šiandien Dmitrijus parodos atidarymo metu Dainius Lėnėje papasakos ir kiekvienas darbas per jį eina ta pati mintis. Tai nėra išgalvoti siužetai, tai yra ir istorijos, ir dabarties tasa. Žinoma, kalbėti apie paveikslus radio eterį, ko gero sudėtinga, reikia ateiti į parodą ir ją pamatyti. Aš tikiuosi, kad jūs tikrai tai padarysite. Сегодня в Литве праздник. Я понимаю, что если мы взглянем в историю, мы можем найти очень много точек, которые сейчас нас объединяют. Наверное, вы тоже эти точки знаете и чувствуете вы эту атмосферу, которая сейчас есть в Литве и в Украине, что не только на словах, но мы какие-то все-таки братья, человеческие братья, и это не только идеология, это не только экономика, политика, это что-то больше. Ну, вы знаете, простите меня за мой голос, это кондиционеры. А вы знаете, я также привез еще в наш любимый Литус свою книгу, которая посвящена дружбе между нашими городами, побратимским связям. И на первой странице этой книги изображено две куклы-мотанки. Вот мы близки еще и тем, что у литовцев и у украинцев есть куклы-мотанки. Эти две куклы рядом. Это тоже наши национальные ценности. Мы также понимаем друг друга очень просто. И когда мы едем по Вильнюсу, едем по Литусу, видим украинские флаги, мы анализируем ситуацию и понимаем, что Литус нам помог так же, как помог большой Быдгощ польский. Вы гораздо меньше нас, практически в два раза меньше, и в то же время вы нам очень помогаете всем, чем можете. Не только солидарностью, не только словами, не только митингами, не только какими-то соболезнованиями, которые мы получаем постоянно с вашей стороны, и чувствуем, что вы это пропускаете сквозь сердце, но и вы нам помогаете гуманитарной помощью. Ну что, Андрейус пасакую, как и штикрую, и соответствую и саву книгу, курёс titulinėme puslapyje galima pamatyti dvi lėles, jos ukrainietiškai ir lietuviškai, ir čia yra tas bendras istorinis siūlas, o važiuodamas Vilniumi arba Alytumi ir matydamas ukrainiečių vėliavas, jie iš tikrųjų jaučia tą ryšį ir Alytus, nors yra dvigubai mažesnis negu Kremenčiukas, iš tikrųjų padeda ne vien tik tai savo užuojautą, ne tik tuo, ko gali padėti kiekvienas žmogus, bet ir humanitarinė pagalba ir įvairios priemonės, kurias ko gero kiekvienas alitiškis vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo, ko gero jūs taip pat prisiminsite. Dandrei. Я думаю, что Алитус вполне заслуживает высокого звания города спасателя. Есть у нас сейчас в Украине в связи вот с этими событиями, всеми указом президента 22 мая
2022 года было введено новое звание «Город-спасатель». И мы думаем, что мы сможем это провести через соответствующие инстанции, чтобы Алитус стал таким городом почетным, с таким почетным званием. Сегодня в Алитусе, вот и у Дмитрия, у меня очень много друзей. Друзей, которые при власти, которые во власти, которые просто, говоря украинским языком, пересечные громадяне, то есть простые люди. Живут здесь, в этом городе, работают на этот город. И всегда, приезжая сюда, мы видим вот эти искренние лица и искреннее сочувствие и желание помочь. И в своей книге я про это написал, что буквально первый день, а на третий день уже была сессия городского совета, где было принято решение о гуманитарной помощи и о других акциях. Ну что, Андрей, все пасакує про те, як Україною добрі ра, навіть істектас токси, як титулас містас гельбетоєс, ір'я тікіся, кад Алітус бус вінас іш ту місту, куря гаўші гарбінга варда, на о калбанде бейокес абіонес апія жмогішкус ріщос, ір Дмитрийос, ір Андрейос, Алітуя турі даўг жмонюю, те ір вальдіос віра ir paprastieji miesto gyventojai ir, ko gero, tas žmogiškas ryšys yra pats svarbiausias. Dmitrij, ja tebe хочу спросить. Ты не первый раз в Литве? Да, я не первый раз в Литве, я в Алитусе уже второй раз. В предыдущий раз это был мирный дипломатический визит меня как депутата, представителя города-побратима. Я прыгнул с вашего замечательного моста, это были незабываемые ощущения. Скажем так, может, частично из-за этого меня так запомнили, потому что другие делегации не захотели прыгать. Dmitrij, papasakoju dabar apie tai, kad jis antrą kartą viešėjo Lietuvoje, prieš tai jis buvo kaip Kremenčiuko tarybos narys, na ir atliko šuolį nuo Baltosios Rožės tilto, kiti neišdrįso tą padaryti, o jį ko gero įsiminė, nes iš tikrųjų ne kiekvienas tą galėjo padaryti. А сейчас мы приехали не только показать нашу выставку, а и лично сказать литовцам спасибо, большое спасибо за ту помощь, которую вы дали. Которую даете. Na, o šį kartą jie atvyko ne tik su Oksanos Boiko paroda, bet ir atvyko tam, kad pasakyti ačiū, didelį ačiū visiems, kurie prisideda ir kurie, mano nuomonė, negali pavargti. Ребята, я хотел бы поговорить еще. Проблема – усталость. Усталость в мире, усталость в Европе. Я понимаю, что люди устали и в Украине. Это можно понять. Сегодня 133-й день, если я не ошибаюсь, войны. Это можно только представить. Вы не устали? Вы не устали воевать? Вы не устали сражаться за свою родину? Вы понимаете, у нас нет выбора. У нас нет выбора. Или это борьба за существование. Есть многие люди в Украине, которые просто понимают, что они все... есть списки расстрельные, это всем все известно. И даже мирные жители, всех неизвестно, кого убьют. Na štai, Dmitrijus pasakojo, jog yra sąrašai ir jie kovoja todėl, kad kito kelio nėra, tai yra išlikimo kova ir sudaromi sąrašai ir tuose sąrašuose galima surasti ne vien tik tai kažkokius aktyvius veikėjus, bet kiekvienas iš jų gali atsidurti tame sąraše. Да, дело в том, что мы все видели эти страшные кадры, и мы, как украинцы, мы это все знаем не из, только из СМИ и так далее. У нас у всех есть бабушки, дедушки, знакомые, которые мы созваниваемся, мы общаемся, а в войну мы общаемся еще в несколько раз больше. Na štai, Dmitrijus pasakojo, karo metu jie bendrauja su savo giminaičiais, su savo močiutėmis, seneliais ir karo metu jie bendrauja kur kas daugiau, nes puikiai supranta, ko gero, kad kiekvienam iš jų ta diena gali būti paskutinė. Andrej. Усталость есть. Есть усталость у иностранцев, у наших европейских друзей. Вот. И недосказанность есть. Мы это почувствовали во время встреч с дипломатами, поскольку то, что мы говорили, достаточно эмоционально, они подходили потом и спрашивали, а действительно так? Потому что одно дело дипломат говорит с дипломатом, другое дело выступает президент, его слушают.
спрашивают, у него рейтинг растет, это понятно, и понятно, что президент, это, наверное, впервые в истории так выступает перед широчайшими аудиториями мира. Но они хотят слышать еще и других людей. И хотят видеть не только даже фотографии, а и вот эти эмоциональные картинки. Когда картина лебеди, закрывающие небо. Европа, мир не может закрыть небо над Украиной. Лебеди закрывают. Вот это работает. Вот это работает. Na štai ir Andrejus pasakoja apie tai, jog susitikimuose su diplomatais, ypatingai vakarų Europos diplomatais, jaučiasi galbūt tam tikras atsargumas ir ne viskas yra pasakoma. Bet tada, kai tu pamatai darbą, kuriame gulbės uždengia dangų, Europa negali uždengti dangaus virš Ukrainos, tai veikia emocionaliai. Ir be jokios abejonės, ko gero Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tai yra dabar populiariausias. Nežinau, į ką jis dar nesikreipė ir kiekvieną dieną jo video pranešimai, be jokios abejonės, bet jie nori girdėti ir kitų žmonių, paprastų žmonių pojūčius ir tą įspūdį, kurie jie atsiveža iš Ukrainos. Ребята, еще один вопрос. Я не знаю, правильно ли я понимаю, но мне так кажется, что это война ради войны, потому что то, что орки делают в Украине, ну, я не могу представить, зачем это. И мне приходит та мысль, что это война ради войны. Как вам кажется? Смотрите, тут так в двух словах и не объяснишь, но дело в том, что мы понимаем, что они живут еще красным флагом. Они живут красным флагом, у них есть понимание СССР, и они работают над восстановлением территории СССР. Для этого не является ни для кого секрет, и литовцы тоже, я думаю, большинство понимают это. И, кстати, я хотел бы поблагодарить вашего мэра, который он всегда с первого дня был со мной на связи, узнавал, как у нас дела, как вы можете помощь делать, сам лично ездил на территорию Украины, пригонял автомобили. И поверьте, я помню того немца, который боялся на грузовике переехать к границу, потому что это Украина. Нериус и его команда, они это сделали, и машины эти уже воюют. Štai, Dmitrijus papasakojo ir padėkojo merui, kuris buvo atvykęs į Ukrainą ir papasakojo, jog jis matė vokiečių vairuotoją, kuris bijojo pervažiuoti sieną ir važiuoti į Ukrainos teritoriją, nes tai yra karo zona, karo teritorija. Ir be jokios abejonės, tam reikia drąsos, norint įvažiuoti ir į tą karo zoną, kurioje dabar praktiškai, ko gero, visa Ukraina. Да, вот этот тоже момент попал в книгу. Там написано так: храбрые литовские мужчины. Вот есть фотографии, когда они вот пересекли границу, встречаются. Вы знаете, я думаю, что такие ребята, как Нериус, ваш мэр, как Салиус, советник мэра, известный предприниматель, и многие другие, они бы проехали бы до Кременчуга. Просто им надо было еще на работу вернуться и выполнять свои обязанности. А как они работают, мы тоже это увидели. Мы встречались с украинцами из Кременчуга, из Николаева. Мы видели, как ваши, вот конкретно Саулис Ивошко, например, целый офисный дом отдал под проживание украинцев, поддерживает этих людей. Вот. Сегодня мы знаем про то, что украинцам, это мэр вчера говорил, и украинцы вчера и сегодня об этом говорили, что нам нужно им помочь украинскими книгами, учебниками. Вот, и мы это дело обязательно доведем до ума. Я думаю, сегодня власть вашего города делает очень много и очень плотно работает над тем, чтобы помогать не только Украине, но и украинцам, которые здесь. На что и Андрей Спапасыкою и Рпадякою и Рмеру, и ее патарею Саулю Ивошко, кури соклидею свечу щенянью и мусу студии, и Рпадякою, что с конкретчус дарбус, куре было подарить, и куре добар даруми, калбанты апе конкретчус дарбус, и вадовели украинечу вайкам, и ржинома погалба не тик пачей Украины, бет и тем жмонемс, куре и риш Кременчуку, и шкиту Украинос вету добар отвико и Алиту, и гивяна Алиту, и ртос погалбос тикрей рейке. Я понимаю, что мы можем говорить очень долго, потому что есть о чем говорить, но вы вернетесь назад. Не страшно? Нет.
Не страшно, не страшно. Но, честно говоря, здесь спится спокойней. Вот. Но и скажу, что мы вернемся еще и для того, чтобы через какое-то время продолжить наш проект. Конечно, это не есть то главное в жизни, чем мы занимаемся. Я занимаюсь в институте какими-то проблемами, да, Дмитрий какими-то проблемами занимается у себя как бизнесмен. И надо еще заработать деньги на то, чтобы поехать дальше. Мы поедем обязательно на Балканы, поедем в Центральную Европу. Но еще мы вернемся и для того, чтобы то, что мы здесь пообещали украинцам, то, что мы пообещали местной власти, доделать, и для того, чтобы дальше развивать наши отношения. Например, ваш город очень помог нашим инвалидам. Это люди, которые очень сегодня слабо обеспечиваются и так далее, к сожалению, в эти времена. И мы хотим, чтобы заработала связка между нашими и вашими инвалидскими организациями. Не в том плане, чтобы ваши инвалиды помогали нашим, а чтобы они проводили видеоконференции, обменивались опытом работы с аутистами, например, там и с другими категориями, чтобы они могли провести конкурс рисунков среди детей, чтобы как-то научиться методикам работы и так далее. И еще хотел обязательно использовать время для того, чтобы передать всем жителям вашего города огромный привет от нашего мэра Виталия Малецкого от имени кременчужан. Сегодня Алитус один из самых популярных городов Кременчуге. Ну что, Андрей, попасокую опять те, как жена я сугриш и Украина, а потом вел сугриш и Литва, и лапка те еще и плячется, и что есть немножко кальбею опять те, как неигалюю проблему с курясом. Karo metu, žinoma, spręsti kur kas sudėtingiau, čia galėtų įsijungti ir neįgaliųjų organizacijos tiek Ukrainoje, Kremenčiukė, tiek Lietuvoje ir bendradarbiauti, ieškoti sąlyčio taškų, dalintis patirtimi, gerąją patirtimi ir be jokios abejonės, ko gero, tai tik tai kelio pradžia. Noriu įsitikėtis, kad tas bendradarbiavimas tarp Kremenčiuko ir Lietuvos jis tikrai plėsės įvairiose plotmėse, jo lab, kad čia viskas gali būti ir vaikų piešinių konkursai, ir videokonferencijos, ir taip toliau, ir taip toliau. Дмитрий, ты говорила перед нашим разговором, что мы выходим на улицу и смотрим налево и направо, не приезжает ли машина. Вы в Кременчуке смотрите сейчас немножко повыше? Да, я вот только здесь заметил, что ну, на многие привычки, которые образовались, ты не обращаешь внимания. Здесь ты, когда выходишь, слышишь какой-то шум, ты смотришь на небо. Ты не смотришь на землю, ты смотришь на небо и ты ищешь объект. По летающие самолеты в той же Варшаве, в том же Вильнюсе, Литусе нас пугают. Na štai, Dmitrijus papasakojo, kad pas juos jau atsirado kitas įprotis, išėjus žvelgti ne į gatvę, o žvelgti į dangų, ar kas nors neatskris. Ir be jokios abejonės, išgirdę lėktuvą čia, jie taip pat pajaučia tą nerimo jausmą, galima suprasti. Mūsų studijoje šiandien viešėjo Dmitrij Kavunik iš Ukrainy, Kremenčuga į Andrej Melnik. Slava Ukrainy! Героям слава. Как и дякуємо мусу, що савайте з тему свечамс. Радіо Стотис, FM 99. Що савайте з тема. FM 99.